Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как защитить лапы собаки от реагентов. Зима не за горами, это значит, что совсем скоро пешеходные дорожки начнут посыпать химическими реагентами. Последние хоть и делают асфальт менее скользким и более безопасным для людей, могут представлять серьезную угрозу для лап собак. Как защитить своего питомца от такого вредного воздействия? Давайте подробнее рассмотрим основные способы защиты лап собак от реагентов. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Специальная обувь для собак – первый и, пожалуй, самый эффективный способ защиты. Лапы собак в ботинках точно будут защищены от вредного воздействия реагентов. Однако важно помнить о том, что не каждый лающий друг согласится носить обувь. Как правило, договориться на такое удается только с маленькими декоративными породами. Использование защитных гелей, мазей и аэрозолей – второй способ защиты. Эти средства создают барьер между кожей собаки и внешней средой. Перед прогулкой необходимо нанести препарат на лапы животному, тогда химические реагенты не окажут негативного влияния на кожу питомца. Выбор правильного маршрута – еще один способ защиты лап питомца от воздействия реагентов. Старайтесь гулять вдали от пешеходных дорожек. Именно они чаще всего подвергаются обработке реагентами. Хорошо, если вы найдете двор или парк, в котором будет множество участков с травой под снегом. На таких территориях обработка реагентами не проводится. Тщательная обработка лап после прогулки – четвертый способ. Вернувшись домой с питомцем, дайте ему несколько минут посидеть в тепле. Если у собаки на лапах образовались комочки льда, мягко помассируйте лапы, чтобы снег быстрее растаял. После того, как лапы лающего друга отогреются, отправляйтесь их мыть в теплой воде с использованием шампуня для собак. Химические реагенты могут вызвать раздражение кожи вашего питомца и тем самым привести к появлению зуда и даже язв у него. Чтобы не допустить серьезных последствий, пользуйтесь перечисленными способами защиты лап собак от реагентов. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like Pet. До новых видео!